Всем привет, с вами PCJ. Решил я тут посмотреть, во что же превратился классик спустя такое долгое время. Позвали меня тут друзья поиграть на одну фришечку X7. Я решил заглянуть, посмотреть, как вообще изменилась игра, что она из себя представляет. Впечатление, конечно, не совсем корректное, потому что это официальный сервер, но все же. В общем, сервер как бы с Ritania X7, прошла всего лишь неделя, уже 84-й левел. Играл я классик настоящий на Grand Canyon, поиграл где-то полгода, потом уже не было времени, надо было работать. И, в общем, решил я такой, думаю, ну раз зовут, давайте посмотрим. Классик я не играл с того момента, и, в общем, очень я был сильно удивлен, во что же превратилась игра. Ну, начнем с того, что как бы, да, всего лишь неделя, вроде как рейты небольшие, X7, но левел уже просто какой-то запредельный. Это ладно. Раньше мы что? Раньше мы добывали шмот, фармили. Ну, да, тут фармить не надо. Тут ты просто нажал вот так вот, и оно само все фармит, как на боте. Ну, это прям почти как на Essence. Но это ладно, ладно. Мы добывали, в общем, всякий шмот. Да, всякий шмот там. Броню, оружие, все дела, фармили, спойлили, убивали РБ, а здесь классик, да, во что превратилось все это. Начнем с того, что здесь как не было, так и нету полноценного набора скиллов. В общем, тут всякие трансформы появились, все дела, а скиллов от классов, которые вот есть в оригинале или даже есть в Essence, это самая ущербная версия. Ну, нет, нифига. PvP выглядит у тебя примерно вот так вот. Возможно, я его в конце ролика покажу. Да, наверное, покажу, чтобы было интересно. Вот как-то вот так вот у лучника выглядит PvP. Просто два скилла, можно даже на автоатаке, и все. Не, ну нужно чуть побольше. Ну да, не важно. Важно в том, в чем заключается геймплей. Открываем, значит, мы свой инвентарь. Что же мы видим? Мы видим оборошечка, всякие камешки, браслетик, камешки, браслетик, агатион, куча агатионов, татушечка, подвесочка, и шапулечка, и всякая вот эта херня. Так в чем заключается наш весь геймплей? Заключается наш геймплей вот в таком. Значит, заходим. Не знаю, как там... На офи, конечно, стоило бы посмотреть. Была у меня идея забежать, посмотреть на оригинальных серверах, что там как на самом деле происходит. Просто как бы времени столько нет, чтобы X1 играть. Все-таки работа, все дела, поэтому смотрится вот это вот все дело. Плюс их знакомые все играют только на таких серваках. Все, кто играл на офи, уже давно забили. Слишком старые, давно это все было, поэтому вот так вот. А в линейку играть соу неинтересно. В общем, заходим, покупаем какую-нибудь херню. Например, вот что у нас тут есть? Плащи, да? Покупаем сраные плащи. Да? Хотя лучше, конечно, пояса купить, ну да ладно. И, в общем, что нам надо делать? Всю игру и всю адену, которую мы фармим, а фармит у нас на самом деле не мы, а просто берем, делаем кучу арбочек, они же сами все фармят, или ВЛов, например, о, уже какой-то говнюк на лицо тут стал, надо прийти его убить. Так, ну и собственно, весь у нас геймплей будет заключаться вот в таком вот, такой вот прекрасной игре. Будем один день это самое фармить адену, а потом ломать шмоточки. О, нифига себе. Даже лучше получилось, чем было. Что ты там даешь? Угу. Плюс процентик. О, 2% ПДФ. Нормально. Ну, в общем, мы занимаемся это самое. Вот всякой такой точкой, дрочкой замечательной. Открываем ящички. Это мы будем брошечку точить.
точнее, камни в брошечку. Вот мы их открываем, открываем. Ну, вы, собственно, поняли. Так, что тут такое? Да нет, это мало, это надо все открыть. Надо открыть все, хотя, нет, ну что, для примера. Что там тут самое такое? Ты третьего ливела, да? Давай тебя пооткрываем. Ну, это мало, столько не точнется. В общем, синтезируем. Синтезируем. И вы думаете, это типа, как бы, для богатых людей? Ну, вообще, да, игра только для богатых людей, даже на фришке. Но нет, это просто ваш обычный геймплей. Вот этой хренью заниматься. Вот такая вот. Такая вот стала линейка. В общем, точим, 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 точим. Что там получилось? Два вторых фейла. Ну, вы поняли, в общем, да? Точим, дрочим. А, ну да. Ценность шмота. Думаете, шмот здесь ценный? Да ни хрена. Вот просто, ну, возможно, только топа ценная. Подошел, купил. Вот там стоит 50 лямов. Что такое 50 лямов? Вот это вот дура 10 лямов в час фармить. И что? Ну и все, просто за один день ты этот сет собираешь. Потом его просто доточишь. Ну, точки, кстати, не так просто достаются, в принципе. Здесь, конечно, ивент на вот такую вот дичь. А, здесь нельзя поставить. Ну ладно. В общем, вы поняли, да. Все надо точить. Пойдем найдем варов. Да, как мы фармим? Ставим точечку. Нас убили, мы возвращаемся на точечку, продолжаем фармить. Так, ну что? Есть клиенты у нас. О, здравствуйте. Вот так люди тут фармят спокойно, на АФК, ничего не боятся. Вот так вот у нас выглядит ПВП. Да, ну, в принципе, у меня, наверное, самый сильный лучник здесь. Ну, или, по крайней мере, один из сильнейших на этом сервере. Что там? Восьмой темный эльф. Наверное, топовый лучник. О, кто-то меня перекачал. Снайпер. Уджо. Надо найти. А, хотя я его уже убивал сегодня. Не. Он не очень. Так. Куда бы еще слетать? Здесь не будет никого. Но здесь посмотрим. Обычно там все летают в режиме. Так. Ну как в режиме? Тут на сервере... типа у нас где-то 2,5 пака играет врагов. Будет около 3 паков. А, что-то никого нету. Где вы все? Что, замес какой-то? А, да, точно. Контент. Ну, как фармить, понятно. Пришел, стал в ГЦ. Больше нигде фармить не получится. Если вы качаете чара, больше деньги не падают нигде. Вот, только ГЦ и привет. Вот так это все происходит. Он сам фармит, все дела. Очень интересно. Это фарм. За что ж, соответственно, здесь сражаются люди? В общем, может быть, получится показать. Сейчас немножко на тайминге. Вот здесь есть жрецы Орфена. Там всякие, точнее, не Орфена, там... В общем, жрец ядра, муравья, бла-бла-бла, 4 штуки. Вот они такие деревянные, минут их там, может быть, 5-10 бить, и за них есть ПВП. Еще хаотик вот здесь вот резается. Это весь контент. Как бы, ой, как интересно. С РБ, соответственно, тоже ашный шмот падает. А, РБ убивается в соло. Я, в принципе, могу лучником убить РБ. Если бы они еще были живые. Естественно, они все мертвые, потому что их убивают в соло. Вообще, очень интересная история. Собственно, можно пойти покачать левел. Потому что тут от левела очень сильно скиллы. Как бы раз тут все дела. Конкретно на этом сервере небольшой, кто досмотрел, там, лайфхак, как быстро L2 Европа, если что, будет, как быстро качаться на этом сервере. Летим в арку. Ну, правда, конечно, смотри, смотря каким классом, лучше всего играть с 40-ом, он всех ебет и мобов хорошо, и людей, просто надо немножко одеть. Вот такая вот лока.
вот, здравствуйте, куча людей. Вот, и вот они, вот они типа фармят. Уф, ой, меня тоже начали стрелять. Кассина, здравствуйте. Тут достаточно сильный метр тут. Так, мне давайте. А, он что, умер? Нет. Нет, нет, нет. А, он решил поиграть. Ой, ой, ой. Интересно, кто кого убьет. Наверное, он меня убьет, он стан не проходит. Слишком круто. Он слишком крут для меня. Так, сейчас дубль 2. Будет дубль 2. Поехали. Ой, надо было бафнуться. Тихо. Все, я уже совсем тут это... руки и жопы сразу стали с этой такой игрой классной. Когда она сама все играет. Так. А, ну да, баферы не нужны. Вот, ты бафнулся, все, привет, как бы, зачем? Зачем нам СВС, ЭБД, там, ПП, там... Хил тоже сам фармит. В общем, Шае вообще тоже неплохой фармит такой вот соло таргет. Так, а, блин, конечно, я же тут точился. Дебаф-то надо на панельку вернуть, алло. Так, трансформируемся. Съедим более крутой фрукт. Надо банан еще выбить. Так. Ну тут хотя бы драка, ёпарасоте, есть драка на сервере, во, в общем, подерёмся. А то АФК чуваков, чё, интересно, что разбивает. Так, надеюсь, банан быстро выпадет. Ой. Быстро с этих мобов, наверное, не выпадет. О, у меня есть банан, кстати, всё уже выпало. Ну это бабчик. Ай, надо же еще вот этот выбить. Да, тут стихии, все дела. Вот эту херню еще надо качать. Вот эти вот камни по 60 миллионов стоят. Падают они, в общем, раз в неделю с квеста. Вот, бьются они в трех локах, как бы, все дела. Но это не так сильно бустит, как брюлики всякие на вас натянутые, вот эти вот все дела. С точкой будет чуть попозже видос. А, ну да, собственно, как фармить. Фармится вот так вот. Как я показывал, вот эти товарищи. И потом берешь вот так вот. Здравствуйте. 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 Элькоины. Да, элькоины. За элькоины, соответственно, вот эти все предметы покупаются, которые надо точить. Что там, талисманы, вот бенирчика, естественно. Вот, пожалуйста, за элькоины, вот осколки за бабки. И вот вы стоите, нафармили и потыкали, нихера не заточилось. Все. Через 24 часа повторить. Так, ну что. Оси-то давай. Сейчас, мы тебя тут чуть-чуть. Оп. Но получится некром убить. О! Сдох! Ну, потому что на ФК не играл. Сейчас на всякую. Ну, в общем, да. Это наш вар главный, который нам не мешает. Или мы им мешаем, потому что они нам особо ничего сделать не могут, только днем, когда их нету. Так, а кто ты такое? Там, если я бью Ауешера, это не пойдет. Это, кстати, next target на пробел. По персонажам есть еще лайфхак, кто не умеет. А вот, кстати, маг. Что-то... О, он решил со мной подраться. Ну давай. Ой, а что такое? Дум? Что за херня? А, он сдох. Извините. Извините, я не заметил вот такое очень интересное ПВП в этой игре. Наверное, я этого не убью, чувака. ВЛ, он просто вампирец от мобов. Что-нибудь там еще есть? А, только ВЛ остался. Это будет долго. Так. Бафнем. Он снял себе дебаф. Что за дела? А, ну вот здесь, собственно, качат. Ой, пришел. Сейчас еще подеремся. Ну, вы поняли, в общем. Очень интересно. Очень интересно.
Собственно, у кого лучше вот эти всякие шляпчики, фигапчики, тот и побеждает по той простой причине, потому что как бы здесь все PvP, блин. Кто-то иногда кидает дебафы. Ну, я, в принципе, кидаю обычно. Просто я сейчас куплю. Ой, здрасте. А чё это? Куда ты побежал? Стой. Стой, сука. У меня и станы так стали проходить. Надо, наверное, покачаться. А стан будет? А стан будет? Там не будет. Вот два раза. Ну, ладно. Почему? Как я и говорил, маги всех ебут. Почему? Потому что как бы у меня тупо просто так спида не хватает, в них нюкать с такой скоростью, с какой они нюкают меня. Если ты выше уровнем, да, сало прокидывается, да, стан прокидывается. Если стан или сало не прошло, то все, лучнику привет. Пока. В гроб ушли дела. В общем, что тут еще вам показать-то? Ну, вроде все. Может быть, будут ролики еще по PvP, по точке сделаю, как все это говно комплексно точится. В общем, игра мне не понравилась, во что превратился классик. Контента нет, версия максимально урезанная. Не знаю, возможно, она, конечно, на офе больше контента, больше интересно, но вот на фришках так. Так что, если кому это было интересно, вы хотели поиграть в классик, никогда в него не играли и не играйте. Все, всем спасибо за внимание, до новых встреч, пока-пока.